Радио 54. В информационно-аналитическом жанре, значит, на что смотрится и что побеждает? Побеждает не сам подача факта, а некоторые исследования. То есть, понимаете, когда ребенок не взял камеру, микрофон и пошел там, задает какой-то факт и освещает этот факт. А была проведена работа. Проведено исследование. То есть вопрос тогда, когда не освещается просто сам факт проблемный, трудности какой-то, а еще есть и некоторые варианты выхода из этой проблемы. У нас сегодня не так много проблем. А вот научить и создать сознание преобразующего типа, которое, почему я говорю, педагогического, там 70%, которое могло бы сориентировать вот с этого потребления, которое есть, и адаптации к тому негативу, который сегодня, к сожалению, достаточно много, и он за счет информационных потоков навязывается таким образом, а это тогда сознание как мерка становится, воспринимает так мир. Вот, оказывается, мир богаче. И вот эти как раз вот как позиции, они и освещаются. И тогда событие становится, вернее, факт становится событием, переживанием. Вот, кстати, о множестве негатива. Одна из идей, я вижу, это формирование ментального образа человека, ориентирующего на добро, любовь, заботу, дружбу, познание, ответственное действие. Это некий противовес какому-то отрицательному герою, насилию в фильмах. Правильно, спасибо, вот совершенно верно. Вот сегодня экран у нас, когда мы включаем телевидение, мы наблюдаем именно вот засилие, которое осуществляет то насилие, как раз-таки вот это вот негатива. И мало того, что негатива, как будто бы создается впечатление, что от другого-то и нету, выхода нет. И таким образом вот этот внутренний мир человека, он пустеет. Вот. У нас, например, исчезли такие интересные вещи и становятся примитивные, как сатира, юмор. Он как жанр, я могу сказать, это моя точка зрения, он исчез. Потому что там нет драматургии, там нет чего-то того, что вытаскивало бы. А есть очень примитивные такие мимические какие-то формы, какие-то слова, которые, так скажем, я даже иногда задумываюсь, а над чем смеются, понимаете, когда это толпа такая. Ниже пояса, вот. А я не хотел употреблять, это вы сказали, но факт остается так. Как только затронули, в основном, так. Да. Вот, поэтому... В общем, вот, задача фестиваля как-то прийти к хэппи-энду. Внутреннему миру человека, понимаете, дотронуться самим этим человеком до своего внутреннего, не нашими руками, а покопаться в себе, идентифицировать себя. А я кто? Я человек, я животное. Я потребляю или я могу творить? Потому что, например, сегодняшняя проблема, одна из тех же образовательных проблем, это проблема мышления и воображения, понимаете? То есть, что сегодня, ребята, так как уже есть картинки готовые, восприняты с детства, значит, и, кстати, не на самых лучших мультипликационных фильмах, такие, которые глубокие, где нужно задуматься, а есть просто картинка, которая шаблоны дает, и по этим шаблонам человек начинает думать. И вот когда задаешь какой-то вопрос и работаешь с ребятами, то получается, что для них породить идею просто... Вот поэтому, говорят, с детьми нужно играть ложкой и чем-нибудь таким попроще, чтобы они могли представить себе на месте этой ложки какого-то принца сказочного или что-то в какой-то того. Степени, да, но нельзя вот как, сегодня... Как в этом контексте фильмы работают, которые на конкурсе представлены? Вот вы знаете, сегодня цифровые технологии, которые, они — это инструмент. Вот надо просто правильно использовать совершенно его. Совершенно верно. Вот этот инструмент даже не средство. Угу. Потому что инструмент, молоток, инструмент. Им можно как средством пользоваться в любых условиях. Вот нужно научить детей создавать условия. Видеть себя, знаете, в том процессе, который есть, а не отстраненно, то есть рефлексивно. Радио 54. Твой дом, твоя область. Новосибирск, 106.2 FM.